Батарея, выгружайся! Орудие с платформы! Лошадей выводи! Повезло же нам, кореши! Цельный артполк на машинах, а наши батареи на лошадях. Лошаденку танк плохо видит. Понял мысль этого дела. Чего, славяне, пешочком топать? Или фрицы рядом? Не торопись, на тот свет успеешь. На передовой, знаешь как, гармошку не успела растянуть, песня кончилась. Чего шарманку закрутил? Ты мне лучше скажи, табаку перед боем выдадут? Или зажмет старшина? Ну и скупердяй, пробу негде ставить. Сказали, на марш кормить будут. Не старшина, саратовские страдания. Наши в Сталинграде немцев зажали в колечке. Туда идем, стало быть. Эх, в 41-м бы немца окружить. Сейчас бы где были. Ветер-то к холоду. К вечеру еще крепче мороз вдарит. К вечеру сами по немцу ударим. Не замерзнешь, небось. Братцы, а в какой стороне Сталинград? Где он? Когда 4 часа назад выгружались из эшелона на том последнем перед фронтом степном разъезде, дружно взводами скатывались по бревнам орудия с заваленных снегом платформ, выводили из вагонов застоявшихся, спотыкающихся лошадей, которые, фыркая, взбудораженно, кося глазами, стали жадно хватать губами снег, когда всей батареи грузили, кидали на повозки ящики со снарядами, выносили оружие, последнее снаряжение, вещмешки, котелки из брошенных, опостылевших вагонов, а потом строились в походную колонну, лихорадочное возбуждение, обычно возникающее при изменении обстановки, владело людьми. Независимо от того, что ждало каждого впереди, люди испытывали прилив неуемного веселья, излишне охотно отзывались смехом на шутки, на беззлобную ругань. Разогретые работой толкались в строю, преданно глядя на командиров заводов с одинаковым угадыванием нового, неизвестного поворота в своей судьбе.